Всем привет! Сегодня я расскажу, как сделать ароматизатор для дома своими руками. Для этого нам понадобится соль. У меня обычная, но лучше, если вы будете использовать крупную соль. Целая гвоздика и хороший кондиционер для белья. Кондиционер должен быть с сильным запахом и желательно концентрированным. У меня турецкий какой-то, но мне очень нравится, как он оставляет запах на одежде. Я люблю запах на одежде, поэтому для нашего ароматизатора это будет само то. Также нам понадобится какая-нибудь емкость, желательно симпатичная, и столовая ложка. В нашу емкость кладем 2 столовые ложки соли, можно с горкой. Теперь наливаем целый колпачок кондиционера. И добавляем его к соли. Все перемешиваем. Вот такая кашица получается. Соль нам растворять не обязательно. Она все равно потом сама растворится. И теперь сюда отправляем несколько звездочек гвоздики. Я, наверное, отправлю побольше. Я очень люблю запахи. Поэтому хочу, чтобы у меня прям пахло-пахло. Все, ароматизатор готов. Теперь мы можем его, если у вас очень красивая емкость, поставить куда-нибудь на видное место, либо спрятать его. Я этот ароматизатор поставлю себе в ванной. Немножко его. Немножко спрячу. У меня не нашлось что-то более эстетичного. Это было эстетичнее этого бокала. Ничего. Вот туалетная водичка. Все прикрыла практически. И вот такая карамик поставим. Будет супер.